Элегантную комбинацию прохода гарда от Дауда Адаева мы смогли подглядеть в роллинге с Игорем Луниковым. Проход кажется легким и волшебным, как будто бы случайный лаки пас. Но на самом деле это очень тонко спланированная и прекрасно реализованная комбинация. Давайте присмотримся и разберемся. Игорь находится в ситинг гарде внизу. Одновременно Дауд делает два ключевых движения, предваряющих успех. Правой рукой продергивает голову Игоря на себя, провоцируя нужную реакцию отдергивания, и левой ногой наступает на ногу сидящего с той стороны, в которую намерен направить свой второй шаг. Нижний вынужден упасть в гард с открытым левым флангом. Шаг левой ногой, Даут уже сбоку от Игоря за линией ног. Догоняя ситуацию, нижний перекрывает путь верхнему, выставляя шлагбаум дальней ногой. Этот шаг Даут нейтрализует давлением на ногу, провожая ее и пригружая вниз, что и открывает возможность сменить направление прохода. Колено правой ноги по кратчайшей обтекаемой траектории идет в пол, контролируя таз Игоря. И движением ног в стиле дворники перемещает корпус в другую сторону. Игорь делает спин в попытке восстановиться, но за счет того, что его нижняя нога четко законтролирована ногой верхнего игрока, сцена заканчивается позицией лэгдра. И отсюда попасть в сайд-контроль — вопрос времени. Смотрим еще раз на полной скорости. Кажется, легко и непринужденно. Как итог, проход гарда и 3 балла в пользу Адаева, если бы кто-то в этом роллинге считал баллы. И да, кстати, выпуск подготовлен при поддержке сайта BGG School Online. Хотите получать ценнейшие концептуальные дополнительные материалы по джиу-джитсу и креплингу, да еще и на русском языке? Заходите на BGG School Online и отслеживайте обновления.